Всем большой привет, друзья! С вами вновь Дертуэр, вы на канале It's Lucky Time, и мы продолжаем играть в Террарию. В общем, в прошлой серии я запарился на этом механизме, и все-таки дошло до меня записывать серию сразу, практически сразу после предыдущей. В общем, допер до меня вот такой вот механизм, вроде как незамысловатый, казалось бы. Короче говоря, сейчас покажу, как это все работает. В принципе, ничего сложного. Так. Че, 47... А, 40... Че? Разве такое пишется? Ну ладно, неважно. Короче говоря, работает это все так... Ай! А, тут же ловушки тоже активируются. Короче говоря, получается, внизу проходит провод... По бокам стоят ловушки, логично, кнопочки тоже стоят. Я ставлю статую вот в серединку, получается, прыгаю, как ошалелый, вниз, нажимаю кнопку, упрыгиваю назад. Рыба, короче, пиранья, пока прыгает, нажимает кнопки, и так, короче, до бесконечности. То есть их в общей сложности трое прыгает по этим кнопкам, потихоньку их коцают эти ловушки. И все, и, собственно, лут падает. То есть я буквально отошел на 10 минут, прихожу, и, собственно, у меня есть знамя пираний, но это фигня. Это декор, 4 крюка и 3 компаса. То есть это артефакт, который показывает у нас позицию горизонтальную, так скажем. То есть если его одеть в слот как аксессуар, он будет показывать... О, он еще будет еще и бафы давать. Так сказать, короче, статы повышать немножечко, но, в принципе, пускай лежит в инвентаре, мне он особо не нужен, продадим потом. Вот такой вот механизм, давайте, может, попробовать активировать даже. Я, правда, не уверен, будет ли он канать, если я уйду куда-нибудь. Мне кажется, не будет. Вот так вот они прыгают, и тут все их бьет и бьет. Крутота, короче, мне нравится. Пускай будет так, пока что, но это вот как альтернатива просто. Идем, короче, назад. Что у меня там есть? А, надо сделать, да-да-да, надо сделать кошку, наконец-то. Крюк-кошку, которую я так давно хотел. И все-таки полазить по пещеркам. У меня с этим супер-мечом, который в прошлой серии я достал. Все будет получаться, 100 пудов. Кстати, я еще заметил, что у меня дебаф идет от воды на 3 секунды. Нет, ну не на 3, даже на 5. При охлаждении скорость снижается, поэтому я не бегу после того, как нырну. Это мелочи, мелочи. Так что ладно. Ой, что это за кусты такие? А, просто цветочки. Ладненько. Так, получается, компас от спавна показывает. Жалко, я думал от кровати. Ну, в принципе, мы дом построили около... начального спауна, так что пойдет. Блин, ты сейчас убьешь моего гида. Пошел нафиг. Так, ну что, сделаем крюк-кошку. Открой тебя, сезам. Крюк-кошку мне нужно, получается, компас я уберу. А, кстати, кнопку-то я говорил в прошлой серии чпоинкс, и все убралось сразу. Круто вообще. О, мне нужна цепь. Где она? Вот она. Цепь и аметист у нас есть. Ой, это что, серебряный лук? А, ну да, у нас же серебро есть. Точняк. Крюк-кошка мне нужна. Вот, крюк-кошка. Есть. И теперь из нее я делаю... Или не делаю? Или у меня слишком мало камней? Ну-ка, дай-ка мне рецептик. Почему? Вот, не дай бог, я что-то не так сделал. А, оно только из аметиста делается. Вон оно чё. Вон оно чё. Ну ладно. Мне и такая сойдет. Там, по-моему, какая-то кнопка за нее отвечает. Давайте глянем быстренько. Снаряга, крюк, да. Во, теперь я могу цепляться. Хоть и не на большое расстояние, но в целом достаточно. Выбраться из каких-нибудь передряг. И вот знамя повешу. Все, крутота.
Все, можно идти сейчас копать. Сейчас я скину аметист. И пойдем копать, наверное, на восток. Почему деньги не стакаются, я не понимаю. Видимо, потому что они, типа, нужны. Ладно, пойдемте. Это что это было? А, это... Это кролик, блин. Кролик похож на слизни. И слизни похожи на кролика. Это подтас какой-то просто. Как вообще понимать игру, я не знаю. Ох. Найти бы, может, какой-нибудь шмот. Типа, штанцы какие-нибудь крутые. Ну, в плане брони, а не декора. Как вон у нас костюм волка. Было бы вообще, блин, это ж тупик. Это ж тупик. Да, мы же в прошлой серии куда-то там упали. Больно. Ай-яй-яй. Вот опять кролика слизень. Так, карта-карта. Карта-карта. Пошел нафиг. Я вообще как теперь терминатор. Хожу, еще броня была бы помощнее. Я вообще был непробиваемый и мощный, как Рэмбо. Оп. Да, слушайте, неплохая она все-таки. Оп. Вот. Теперь удобнее гораздо. Дрынь, дрынь. По-любому еще и артефакты можно связать. Кстати, да, надо будет глянуть рецепты. Компас по-любому с чем-нибудь можно скрафтить. Хотя нет, там, по-моему, станок надо что-то какой-то. Особый. Да, но все же. Все-таки да, не стоит, наверное, продавать сразу. Эти артефакты, как появится какой-нибудь торгаш. Кстати, он должен вроде появиться. Надо сделать комнату будет. Наверное, между сериями займусь. Сделаю комнату. Так, это та пещера? Да, это та пещера. Ну, пойдемте. На то злополучное место, где на меня упал гигантский булыжник и расшиб меня насмерть. Сейчас найдем. Там комнатка была? Полюбас, там что-нибудь вкусненькое. Эть. О, это, окей, руда, короче. Не хочется упускать шансы. Тут неплохое залежи такие. Чудеса. Хотя, все-таки побольше встречается, наверное. Надо срочно кирку, блин, лучше. Это вообще ни в какие ворота. Ужасно долго все делают. А, червь. Кстати, меч-то, я вот зажимаю кнопку и прям как пулемет могу сшибать всех. Вообще крутота. Не надо клацать постоянно. Легко и просто все делается. Так, надо бы не попасть еще в какую-нибудь ловушку ужасную. Оп, все. Долетался, доползался, точнее, червячина. Так, где на меня... А, да, вот здесь. Вот он отсюда упал, гадина. Да, там еще сундук золотой. Блин, я хочу. Надеюсь, там что-то вкусное еще. Статуя зелья. Я вот не помню, она генерирует зелье или нет. Ой, что это, зелье добычи. Ой, ужас какой. Да, я рассчитывал на больший. На большее богатство. Увы. Ладно, что, идем дальше. Чем глубже, тем вкуснее. Должно быть, по логике вещей. Зеленый камень, изумруд, что ли? Давайте проверим. Надо, кстати, еще посмотреть повнимательнее, что из камня делается. О, из камня. Ну, из драгоценных камней делается. Может, какую-нибудь вкусноту добавили, интересно. Я был бы так рад. Хотя, по сути, даже старенькие лазерные мечи чего стоят. Вообще классно. Когда увидел их, сразу себе сделал один. Несмотря на то, что меч был лучше. Ну, по урону, да? Мышка. Все, нету мышки. Легкотня. Вот сейчас как раз зелье добычи нам пригодится. Я его выпил.
Да, выпил на 8 минут, у нас на 25% быстрее кирка, прям слышится, видится, насколько она быстрее стала. Свет, дай мне свет. Сейчас свинец накопаем, блин, прям вроде всего 25%, четверть, на четверть всего. Повысилась скорость добычи, и при этом прям чувствуется. Че это у нас тут? Порча, что ли, или че? Почему трава такая странного цвета? Блин. Кэц! Кэц! Залетел все-таки. Мне кажется, что там что-то может быть. Не кажется ли там комната? Да, там комната! Вот это просто нюх. Нюх добытчика. Сигнал знал, что есть такое у меня. Паутинка пригодится. Так, что тут у нас? Облако в бутылке сердитый. А у нас какое? Бронированный. У нас лучше. 84 монеты, не хухры-мухры. Собрать все. И сундук тоже собрать. Прекрасно. Что тут у нас? Там что? Олово. Фигня. Нет, дальше пойдем. Ниже, то бишь. Эц. 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 Хорош. Монетки. Спасибо. Блин, какой же я крутой меч достал. Я до сих пор не могу поверить в это. Он такой крутой. Для вот самого начала практически. Вообще шикарно. Эц! Да ёлки-палки. Чё там только... Да, там только кувшинчики. Горшки. Нафиг их. Так. Чё... Ой, пиранья, нафиг, 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 нафиг. Не нужна ты мне. Это чё такое? Это типа детонатор такой? Я-то думал, я его сейчас заберу. Я думал, на него прыгать надо, чтобы активировать. Офигеть. 500 урона просто мне по голове. В 5 раз больше, чем у меня. А! Жесть. Так, ладно. Волшебная кнопка. Замечательно. Зелье статуи я уберу. Че это было? Зелье статуи я уберу. Куда подальше. Так. Что тут у нас еще? Сундуки появились. Облако в банке появилось. Но оно у нас, по-моему, здесь лежит. Все артефакты, да. Ну-ка. Ой. Ой. Облако в банке. Вот, например, газ в бутылке. Что такое? Подушка? Пердушка? Лал. И что она делает? Газ в бутылке позволяет владельцу совершать двойной прыжок. Ну так. Он, наверное, со звуком там. Ну, логично подумать, что это так. А изумруда? Изумруда что делать? Я хотел посмотреть-то. Изумрудная роба для магов, так скажем, да? Вот, зеленый фазовый меч. Это про лазерный меч я говорил. Да, ничего такого новенького я не вижу, к сожалению. К сожалению. Что я могу сделать изумрудную кошку? О, так это платина! Это, наверное, я при взрыве, да, собрал? Скорее всего, так оно и есть. А, нет. Или да, я запутался. Все. Ладно, неважно. Я хочу вот это сделать, да. Короче говоря, я думаю, что стоит сделать кирку свинцовую. Она что у нас, на сколько? На 43%? На 10% быстрее. Сколько у нас всего? 29. Ну как-то жалко. Ну как-то жалко мне. Ладно, не буду пока делать. Вот изумрудный крюк я бы сделал. В принципе, мне ничего из камня пока не надо, так что... Сделаем изумрудный крюк. Эц!
Чё вы долбитесь-то, ребята? Чё такое? Чё случилось? Ну-ка нафиг пошли. Вот так вот. Ты ещё пришли тут. Командует. Кандалы. Интересно. Не, кандалы я помню. Кандалы были. Ладно, пойдемте воевать. Чё нам, пацанам? Все, вот так вот. Прибрать. Чё это зелье скорости? Пойдет, нам как раз надо добраться до пещеры. Нифига я ускорился-то сразу. Представляю, что потом я буду так по умолчанию гонять. Это жесть. Так. Надо будет на досуге дерево порубить. А то у меня вообще его нету. Я вообще не пользуюсь ничем. Я, блин, дойду до края, умру. Потом опять еще глубже, глубже вот так вот. Ныряю. Так. Факел. Эц. Сколько она длиннее-то? Какой камень самый длинный, но я имею в виду кошку. Надо будет глянуть. Я скоро, мне кажется, мы пойдем туда. И можно сделать трехконечную, так сказать, кошку. Я буду как паукан ходить. А так-то что, в принципе-то? В принципе-то можно и с этими муравьями повоевать. У нас урон вообще бешеный. Так-то что бы нет? Правильно? С муравьями повоюем. А давайте глаза уберитесь. На нервы не действует. Вообще какой-то в маске. Ну-ка, выпади, маска. Давай. Не выпало. Палка. По-моему, из линзы же тоже что-то крутое делают. А, там очки делают. Ёлки. Очки делаются. Солнцезащитные. А, нет, это из черной. Солнцезащитные делаются. Да. А из этой обычные. А что так светло? Уйди. Противный. А что, я здесь был разве? Я разве так спускался низко? А, ну да, они же внизу были. Точняк. Сейчас всех по мордасам. Уйди. Чё-то, блин, налетели на ведьму тени. Жесть. Усекает, это, конечно, больновато. Я тут на зельях. Накачурюсь делать их. Ну, или не получать урон, что, в принципе, не просто порой. О, ничего, там у них дискотека. А это что там валяется? Это трупешник был. Зелье спокойствие. Успокойся. Тиц, я хочу факел. Блин, главное туда не прыгнуть. У меня же граната есть. Я тут гранат, блин, все выложил. Я не люблю, когда у меня бардак в инвентаре, когда куча всего, и потом ходишь в поход за лутом, а у тебя в итоге места не хватает, чтобы взять какую-нибудь очередную вкусняшку, тоже не круто. Приходится что-то выкидывать. Как-то это неправильно. Нифига у него звук был, как будто он механический. Муравел этот. А что это такое, интересно? Что за материал? Ну-ка. А, он не ломается. Ну, по крайней мере, моей кирпой. Интересно. Ну, хотя тут ломается. Чё, как вам тут, ребят? Нормально? Я слышу червя. Червь может меня укокошить. Нечаянно. Дай! Да, блин, долго с вами воевать. Вот так вот мясорубка пошла. Блин, тупик, что ли? Чё? Я-то думал, может там что-нибудь есть. Тоже тупик. Ну, я-то думал, что сейчас что-нибудь там. Какая-нибудь королева муравьев, я не знаю. Что-нибудь еще. Тут вон как оказывается. Неинтересно. Зомби и то он, кандалы падают. А с этих чё? Муравьиная челюсть. На какой черт муравьиная челюсть? Ну ладно, там, наверное, какое-нибудь зелье из нее делается. С челюсти этой.
Все в хозяйстве пригодится. Так. Куда идем-то? А давайте сейчас дальше пройдем, посмотрим. Может, там нас ждет что-то более интересное. Вот, туда мы не ходили. Эц. Так. Давай! Мартышка. Вот это... Тихо. Спокойно. Это что за глаз такой? А, у него шляпа такая. Я думал, он какой-то большой. Ёлки, попасть не могу. И сюда. Опа! Опа! Яблочко. И яблочко мне выпало как раз. Оп. Так. Чё тут у нас? Свинец. О-о-о. Богато. Богато, ладно, потом покопаю. На досуге, чтобы не это... сильно не задерживаться, тут там многовато. Так, серебряная монета, духовая трубка. Ох, фигня. Ну ладно. Это вам не меч в камне. Эц. Пойдем подальше сходим. Так, я себе познавательные знаки сейчас поставлю. Что сюда стоит сходить. Вот так вот. И схожу потом, посмотрю. Ну вообще, я сатанист какой-то. Смотрите, бешено, вообще бешено. Попадись мне. О, нифига, классные эти. Задний фон прикольный. Внизу. О! Вот это я удачно зашел. Только помнится мне, что такое место кончается закрытой дверью. Слушайте, мне кажется... Нет, нет ловушки. Ладно, что тут у нас? О, одежда. Ну давайте побудем фараоном, чё. Чё бы нет-то? Круто. Ещё и одна золотая, офигеть. Они ничего не дают, это же просто свойства неприменимы. В смысле неприменимы, там свойства есть? И что происходит? Или это у всех? А, это у всех пишется. Ладно. А что это? А, я не все забрал. Так, зелье добычи опять. Ну, короче, вот стандартный набор, можно сказать. Не буду я в эти знамена забирать, они здесь лучше смотрятся, чем у меня дома. Потом, возможно, мне захочется поставить... Ох ты ж, ёлки. И чё, это пик? Серьёзно? Я сейчас задохнусь тут. Давай, 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 быстро, быстро, быстро. Быстро, быстро выбирайся из этого. А, успел. Почти без потерь. Странное место какое-то. Почему так-то? Почему только здесь и все? О, давно не виделись. С прошлого моего захода в игру. Вот тогда, давно, я имею в виду. О, и джунгли, кстати говоря, начались. Они посложнее. Давайте посмотрим так мимолетом, насколько здесь я крут. Слизень срезался быстро. О, и порча началась. Зараженная почва. Ну-ка, иди сюда. Сколько у тебя? 70? Да, 68. Да, легко. Ну, туда мне идти смысла нет. Там надо разбивать, получается. Ядра эти, как они там называются, не помню. Супермолотом. Чтобы босса вызвать. Молота у меня такого нет, поэтому не вижу смысла. Чё вдобавок там, по-моему, камень, который мне тоже пока не разбить. Так что ладно. Туда в следующий раз. О, так это же... Это же гоблин был. Нет? Так.
Ну чё, будет у нас какое-нибудь интересное место или все? Кончились. Блин, как я выгляжу, это жесть просто. Балахоне. Эц. Так, пойдет. О, сундук. Сундук, ласты, ласты, ребята, забрать все, сундук забрать, радужный такой крутой водяной сундучок. У меня инвентарь почти заполнен, так что сейчас до первого сундука дойдем и закончим, друзья. Это не сундук был? Нет, не сундук, это какая-то кочка. Блин, сколько руды, надо запомнить. Вот так вот. Так, а чё ты, гоблин, собственно? Я не буду тебя убивать, я не хочу армию гоблинов на себя наслать. Ай. А, и все, и конец, что ли? А, в натуре, друзья, в натуре. Ну, раз так, сейчас я тогда ласты одену и сползаем вниз, там должны быть сундуки. Позволяет плавать. Наверное, сюда надо одеть. Еще и рыбак. Эй, рыбак. А, он должен, наверное, спуститься вниз. Крабы, мы тебе не рады. Так, сейчас заберу все, потом... А, блин, забрал все, называется. Черт, ладно, трезубец там какой-то один стюрона. Нафиг, давай. Там еще один сундук должен быть. Так, надеюсь, акула на меня не пойдет. У нее, по-моему, 300 хп, и я тут окочурюсь с ней. Топудов. Так, вот, вижу сундук. Медуза, уйди! Офигеть, она мне все кла. Ух ты, какая, а. Дыхательная трубка тоже фигня. Знаете вам, гранату. Давай, наверх. Все, нормально. Фух. Ну, более-менее. Вот этого мне... Нет, это мне не надо. Выкинь как. Ладно, друзья, на этом серию закончим. Рыбак там плывет к нам. С ним я потом поговорю. Он, собственно, к нам в домик будет готов перейти. Я к нему, в общем, построю ему комнатку. Он будет с нами жить. Да, на этом закончим. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Надеюсь, вам все нравится. Надеюсь, что уже нашлись желающие поиграть. Так что пишите либо в личку, либо в комментарии под видео. Ну, а с вами был Dirtware. Всем удачи, всем пока-пока.